Для успешного проведения военных операций крайне важно занимать стратегические позиции. К примеру, в 2016 году, несмотря на широкую протяженность границы и линии фронта, сосредоточили силы на занятии высот около села Талыш, Гюлюстан и высоты Ля-Ля-Тапе. А в 2018 году это были высоты Газылгая и Хунут в Нахчеване. Это все дало возможность Азербайджану использовать эти территории в качестве плацдарма в контрнаступательной операции в дальнейшем. В поствоенное время провокационные заявления армянского руководства и грубое нарушение режима прекращения огня привело к необходимости проведения операции «Возмездие». В рамках этой операции стратегические высоты Гырхгыз, Сары-Баба и Буздух были взяты под контроль без единой потери.